как круто! Рома, как дела? Страшно. Блин, я отвечаю, я плакала. Очень круто. Что ты это скажешь, очень круто. Как ощущения? Как страшно. Страшно было. Друзьями, да? А есть друзья вот у нас? Да? Хорошо. Так, ну ладно, не будем тянуть кота за хвост. Я хотел бы пригласить на эту сцену. Я думаю, он сам знает кого. Пусть он сюда выходит. Под ваши бурные аплодисменты. Это Ромка. Держи микрофон, тебе слово. Я хотел занять буквально минуту. Не буду. Такие три основных числа, которые у нас были. Это 18 мая мы познакомились с тобой. Тебе было 18 лет. И 18 месяцев мы вместе. И я хотел бы спросить. Спасибо. И я хотел бы спросить, ты хотела бы дальше продолжить совместную жизнь вместе?